Итак, всем привет. Будет такое сегодня не очень интересное видео, но думаю, рано или поздно кто-нибудь столкнется с этой нодой и спросит себя, что она делает. Так, объясню сегодня я эту ноду, расскажу про нее. Называется она у нас. Так, так, так. Вот здесь она. Где же она была? -то? Вот, Double Switch. Ну, когда мы ее уже создаем, она у нас называется вот Double Shading Switch. Вот такая нода. Что она делает? Она позволяет как бы накладывать... Вообще, что это такое? Это, наверное, какое-то дремучее такое изобретение, которое имитировало... Нечто напоминающее параметрический шейдер. Вот. И довольно неудачное изобретение, на мой взгляд. Так, ну, я объясню, как это работает. Так, удаляем. И... Окей, закрываем. Так, создадим для примера 4 стены. Пусть это будет 4 стены. Так, ага, окей. Такая, такая, вот такая стена. Окей. Ну и еще. Давайте их будет 5. 5 стен. И у каждой из них... Нет, все-таки у всех у них будет один шейдер. Выделяем. Ну и назначаем какой-нибудь шейдер. Пускай будет такой. Вот. Вот. И у него будет... Ну какая-то текстура пускай будет у него. Или... Процедурная карта. Так, смотрим, что у нас есть. Есть такая штуковина. Такая процедурная карта. Ну, она очень простая, ничего особенного. Так, и... Чтобы немножко было... Видно все это. Так, окей. Окей. Ну, так пускай будет по дефолту. А здесь мы можем уже как бы затайлить все это дело. Вот таким образом. Вот. И что мы можем делать с помощью этой ноды, про которую я сегодня буду рассказывать, Double Switch. Она позволяет вот эти Place 2D Texture, она позволяет их как бы множить и вот не назначать каждый раз там новый шейдер, а используя один шейдер, при этом использовать несколько вот таких Place Texture. Как это делается? Так, нажимаем правой кнопкой в эту область, в область атрибута. И говорим Create New Texture. Так, окей. И нам нужно достать именно вот эту штуковину. Double Switch. У нас появляется такой Connection Editor. У него есть инпуты. Так, все наши атрибуты. Repeat. Repeat UV. Так, нам нужен output. И repeat UV. Все, мы назначили. То есть вот эти два коннекта нам нужно подрубить. Как это будет выглядеть в итоге? Ой-ой-ой. Зачем я это нажал? Так. В итоге заходим в Node Editor и смотрим, что у нас появилось. Так, где это? Вот оно. Угу. Смотрим, что Double Shading Switch у нас подрубился теперь в единственный имеющийся Place 2D Texture. Вот. И тот, в свою очередь, да, то там уже подрубается он по дефолту. Все, как у нас было назначено. Ну, все такое. Вот. Нас интересует вот этот участок.
Вот эти две ноды. Вот. По connect я подрубил как бы выходной параметр в repeat UV. Ну, потому что в будущем мы будем множить вот такие ноды, плейсы, и подрубать их на вход. На вход вот этому double shading. И это даст нам возможность индивидуально для каждого нашего блока задавать вот такую ноду. И давайте вернемся к нашим кирпичам. Так, и видим, что сейчас ничего здесь нету. И repeat UV тоже пропал, ну потому что его параметры обнулились. Выделяем нашу ноду. Так, что-то мне отсюда выделять не очень удобно. Давайте я вот тут ее открою. Вот она. Так, выделили нашу ноду. И что нам нужно делать? У нас появилось тут как бы некие поля появились. Мы можем включить в эти поля наши объекты. И там же задавать, собственно, новые теплейсы. Как это сделать? Мы просто берем средней кнопкой мыши, перетаскиваем сюда эти объекты. Вот, и смотрим, какие это будут объекты. Так, вот первые три. Это будут первые три поля. Так, почему эта область не расширяется? Так, ладненько. Так, и вот эти последние два. Ну, дополнительные вот эти поля пускай будут. Вот. То есть это первые три, вот эти. И остальные, это вот эти два наших. Вот они. Так, окей. Идем дальше. Далее нам нужно... Ну, в данный момент я хочу использовать вот эти три блока. Поэтому я их так выделяю. И говорю map. Ну, назначаю новую, как бы, вот эту процедурку на них. Так, и ищу 2D place texture. Так, он у нас должен быть где-то здесь. Вот он, 2D placement. Я его назначаю, и тут нужно установить правильно коннекты. От репита к инпутам. А вот эти инпуты, это у нас как раз вот наши вот эти блоки. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый блок. Так, сделаем это для каждого. У нас есть вот эта карта, и мы теперь для каждого нашего этого блока будем подключать репитер. Сюда подключили. Так, ну да, сразу к двум. Так, подключаем к следующему объекту. И подключаем к третьему объекту. Ну вот видно, что эти три объекта теперь, у них появился новый вот этот place 2D texture. Вот, и мы теперь сразу же можем задать тут какой-то вменяемый какой-то параметр. Пусть будет 20, чтобы видно было различие этого все. Так, нет, чуть побольше. 30-40. Ну вот, мы видим, что вот этот параметр, он меняет атрибуты репитера. Он меняет их только для первых трех вот этих кирпичей, потому что здесь я установил коннекты только для них. Что я могу сделать дальше? Опять выделяю и говорю, что вот эти ребята, оставшиеся двое, назначаю им новый map. И снова ищу наш placement. Вот. Но сейчас это не будет работать. Вот. Можем крутить. Это все не работает. Пока мы не установим коннекты. Идем снова наши инпуты. То есть от этого плейсмента. Вот он. Repeat UV. К оставшимся инпутам. Вот эти два инпута. Два последних бокса. Так. И смотрим. Ну да, они тоже начали меняться. Им нужно задать какие-то параметры, чтобы они отличались. Так, и мы видим, что да, у нас теперь, что у нас есть? Есть нода, в которую мы включили наши объекты. И с помощью как бы нее мы распределили вот эти тайлинги. В принципе, это все. Это все, что нужно знать про эту ноду. И зайдем в наш Node Editor, посмотрим, как это все в итоге выглядит.
как эта иерархия выглядит. Вот, смотрим, видим, вот наш шейдер конечный, это дефолтный, вот этот place, и наши боксы, которые ведут соответствующие инпуты, соответствующие индексы, 5 боксов, 5 индексов, и вот эти два place. Вот, мы их подрубили в соответствующие инпуты. Мы можем их использовать больше, можем использовать каждый для каждого бокса. И таким образом распределять все это. Распределять по каждому боксу. Вот, собственно, и все, что касается вот этой ноды. Можете поэкспериментировать, посмотреть, подключать другие утилиты. Всем спасибо, всем пока.